Расставаться с товарищами было тяжело, но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах Байкала. Для меня же эта потеря стала границей. Границей между Одином и жизнью, между долгом и мечтой увидеть отца. И, как и Артём, я выбрал мечту и отправился за ней. По дороге мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья, руины и покосившиеся столбы — просто бесконечный кинофильм на потрёпанном экране. А я — полуночный зритель, сидящий в пустом зале. Но каждое утро, встающее прямо по курсу солнца, приносило смену декораций, вселяя уверенность, что я все же приближаюсь к океану. На шаг, потом еще на шаг, и еще. Несмотря ни на какие препятствия. Когда-нибудь, отдыхая на крыльце отцовского дома, я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии. Когда-нибудь, но не сегодня. Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия, и уже чувствую запах моря. Если у меня и вправду есть шанс добраться домой, я найду его здесь. Hello, Vladivostok. Вау! Лучше проваливайте! Аккуратно, братва, чтоб не завалил! Стреляй только по ногам, бля! Предупреждаю! С
Следующий выстрел будет на поражение! Выходи с поднятыми руками! А еще тебя чего? А все, больше ничего не надо! Ты не ссы, не завалим! Законник тебя живьем взять хочет! А ты откуда знаешь, чего он там хочет? Есть такая маза, понял? Короче, шабазар, выходи уже! Куда выходить-то? Покажись! Сюда иди, на! Спасибо! Ах ты, сука! Бугра завалил! Вали, козло, брат! Ха-ха! Ну давайте! У меня патронов на всех хватит! Шш! Пацаны! У этого козла дурик нарисовался! Осторожно! По-моему, они кончились! А ловко ты их раскидал! Поднимайся сюда, поболтаем! Сейчас! А, сука, попался! А, ты откуда взялся? Ну, сволочь! Ах ты ж! Полетай! А ну! Оружие убрал! Воу-воу, полегче, я же помог! А я говорю, убери, быстро! Хорошо, мне неприятности не нужны. Я ищу корабль, мне домой надо, не знаешь тут подходящего. Ха-ха-ха! Ну, корабль у нас только один, зато подходящий. Идем покажу. Ты тут осторожно, а то загремишь в трюм. К тем вон, красавцам. Все гоняются за мной. Перед котом своим выслужиться хотят. Хорошо, хоть живым взять пытаются. Ну что, доставай бинокль. Отсюда хорошо видно. Вон, видишь? Вау, субмарин. А здоровая какая. Хороший билет домой. А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком. Сан-Диего. Опа, еще один американец. Что вам тут, медом намазано? Еще один? No shit. Ты вправду, похоже, не в курсе. Так что расскажу, но позже. А? Сворачиваемся! Что за черт? Крылан заметил нас. Уходим, пока не налетел. Чёрт! Опоздали!
руки вверх! Come and take it, you bastards! Come and take it! Пошли с нами! Рад живьем! Take this! Fuck! Go to hell! Так и лежи! I'll fucking kill you all! Ну что, допрыгался, бычара? Пако! Сука! Точно говорю. Слышал, как он ругался, когда вязали. Fuck you all, козлы, I kill ya. Американский это. Да ты и по-русски-то не очень. Откуда знаешь, что американский? Ну, знать не знаю, но до войны в кино слышал. Так он, может, тоже. Он, кстати, очухался. Слышь, ты сам-то откуда? Из Москвы. Слушай, а ты не американец часом, а? Нет, блин, бурят. Американец. Американец. Вот видишь. Кто тут у нас так кидал? Правда, не помогло. It's just not my day. День, говорю, не мой. Похоже на то. Ну ничего, может, еще и рад будешь. Братва, мы американцы, оказывается, взяли. Надо кота вызвонить, доложиться. Ого, ну давайте. Базу, я курьер. Кота мне дай, тут новость для него. Его нет на мостике, ожидайте. Ладно, подождем. Глуши мотор, братва, ждем босса. Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Ха-ха-ха. Тучи. Это, брат, буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, босс на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись! И давай на лодку. Ну что там у вас? Передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты там в своем уме? Обижаешь, босс. Ругался, как ты, в худшие дни. Да, да. Дай-ка родейку американцу этому. Okay, I will send a toy and consider the sheets, but just in case. Who are you? Lance Corporal Samuel Taylor, US Marine Corps. Wow, с ума сойти. Я и сам не очень верю. Ух ты, значит так, курьеры. Тут. Сам Инерс, это мой гость, ясно? Быстро его сюда, конец связи. Есть, босс. Видишь, эффект какой? А кто все сразу понял? Кто сказал, что американец, а? Вау. Здоровая дура, а? Поща наша. Да уж.
Смотри, это босс! Это он? Это я! Well, hello there! Тебя что, не развязали? А? Сейчас! Прошу на борт! Повезите гостя к трапу! Есть, босс! Черт, кота разозлили! Ха, надо было развязать его сразу. Получили б за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Ну, ваше сочество, прибыли, поднимайтесь на борт. Damn, am I happy to see you. Haven't met another American in 23 years. Name's Tom, by the way. Nice to meet you too, Tom. Is this ship yours? Can I book a ticket? Book a ticket? That's a good one. Follow me. Let's talk. Да куда тебе билетик-то? До Сан-Диего, one way. Калифорния! Вот где рай на земле был. Ну, если не считать пробки в Л.А. в час пик, конечно. Слушай, напомни, как ваша команда бейсбольная называлась? Падрес. Точно! Наши с ними играли часто. Я-то из Сиэтла сам. Маринерс. Это если ты меня еще проверять думаешь. Ничего личного, капрал. Время сейчас такое сложное. Понимаю. Доверяй, но проверяй. Точно. Кстати, Сэм, знакомься. Это Клим, моя правая рука. Отвечает за силовое крыло моего бизнеса. Привет, Сэм. Glad to meet you, Клим. Вовремя, Климовы ребята тебя пригласили. Док от ветра частично защищает, и все равно видишь, что творится. Да, останься я там, может, уже был бы на полпути в Канзас, хотя мне туда не надо. А куда надо? Хотя, постой, давай-ка, Сэм, сначала закурим и расскажешь нам свою историю. Спасибо, не откажусь. Впрочем, рассказывать мне особенно нечего. Ближний Восток, потом Афганистан, потом в Москве посольство охранял. Когда началось, я как раз в метро был. Там в подземке много кто спасся. А потом сидели 20 лет и думали, что мы одни на свете остались. Это как? Глушилки по периметру, главари все знают, но скрывают. 20 лет? Нахрена? Ни малейшего понятия. Мой друг узнал правду, а с ним и весь отряд, где я служил. Пришлось бежать. Пересекли континент. У нас поезд был. У Байкала мы разделились. Я дальше на восток поехал к океану. Отец мой, если жив, то он ждет, понимаешь? Мне надо домой. Ему 70 теперь должно быть. У меня мало времени. А,
понимаю. Ищешь, кто перевезет тебя через океан? Да. Сейчас через Пасифик не ходят. Это раньше было просто. Но я могу отвезти тебя на этой лодке. Скорее не могу, а мог бы, Том. Да, Клим. Я могу как-нибудь помочь, Том. И, кстати, как тебе эта субмарин досталась? Это длинная история. Может, лучше коротко рассказать? Я, честно говоря, не настолько спешу. Ну, тогда начну издалека. У меня тут, кстати, почти настоящий Теннесси Сауэр Мэш получился. Выдержки, конечно, не хватает, но вкус все равно очень недурен. Выпьешь с нами, Клим? Выпью, но свои. Не люблю я этих твоих изысков. Подумаешь, первая партия неудачная вышла. Ну, как хочешь, конечно. За встречу! За встречу! За встречу! Вау, great stuff. А я что говорил? То-то. Ну что, готов слушать? До войны я тут бизнесом занимался. На международном рынке оружия в основном. У местных были большие деньги и возможности, но не было связи и стиля. Вот я этот недостаток и компенсировал. Клим отвечал за связи с местными партнерами. Как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты. Но тут упали бомбы. Дальше сам представляешь. Yep. У нашей компании, правда, оказалось важное конкурентное преимущество. Полные склады оружия. И ребята Клима, которые эти склады охраняли. Дальше мы динамично развивались. И несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь, во Владивостоке. Руководил здесь знакомый тебе бывший капитан. Он, конечно, неплохо все организовал, но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов. Тут мы и предложили сотрудничество. Капитан согласился и не прогадал. Проблему бандитов Клим решил радикально и в кратчайшие сроки. До сих пор висят местами. Да, ну а потом выяснилось, что лодка-то все это время была на ходу, а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью. А как ей воспользоваться? Сразу видно, что ты не бизнесмен, как и он. Конечно же, для всеобщего блага. Столько лет после войны человечество прозябает, потому что не осталось силы, которая могла бы заставить выживших объединить усилия для восстановления цивилизации. А мы можем создать такую силу, новое государство, настоящий сияющий город на холме и повести всю землю к новым вершинам, обратить конец света в новое начало. Нам даже стрелять не придется, бросить якорь на рейде любого поселения, открыть ракетные шахты, сами все отдадут, признают нашу власть. Не по душе такой вариант, но это всего лишь констатация факта. Мы здесь власть, мы сила, мы поведем всех за собой в будущее. Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть, правильно? Это да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новое и заправить лодку может только бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо? Первый пункт назначения — Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один.
Вот это я понимаю, хватка. Оставь, Клим, Сэм справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать, как положено. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага, вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечены известные нам укрытия капитана, так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Thanks, Клим. Ну что, с радио разобрать. А за остальным зайди в тир, там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни, ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо, пока роса. Ха-ха-ха-ха, ну как знаешь. Спасибо, Том. Но я пойду. Буря-то уже кончилась. Удачи, будем держать связь. Обязательно, счастливо. Счастливо! Пока. Том, вот скажи, какого? Что какого? Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого по-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит! Уже облажались твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно сам капитан, он хоть на виду. Толком где с остальными? Ищем, ищем. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс, ты понимаешь? Привет, дядя Сэм. Тебе в тир сейчас, там все выдадут. Босс распорядился. Вон туда, по мосту. Здорово, американ. О, похоже, починил. Пора проверить. This is ground control to major, Tom. Не работает. You're sick of that. There is something wrong. Мы тут инвентаризацию проводим. Что-нибудь забуду. А тебя, кстати, ну-ка, посмотрим теперь. О, а вот и наш гость. Рад знакомству. Я Данил, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать, так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин, так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин, она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо, буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Можешь испытать обновку. У моего помощника наготове пара магазинов. Вот ваши патроны, удачи. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й калибр из складских запасов Тома. Мы немало таких в свое время продали. Не откажусь. Идеальном... Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, как работает машина пехота. Ого! Неплохо. Отлично. Э,
прямо в цель. Вот это я понимаю! Меткая стрельба! Semper Fi! Спасибо, что показал класс! Сразу видно настоящего мастера. Я-то разбираюсь. Отличная стрельба. Вот ваш приз. Да ничего особенного. Ну что, Сэм? Не буду тебя больше задерживать. Удачи. Спасибо, Данила. Увидимся еще. Конечно. Ну как, экипировался? Получил оружие? А пристрелял? Да, все окей. Ну и отлично. Не пуха тебе. Да ладно тебе, мы же 100 раз уже тут были. Ладно, двигайте дальше. Наконец-то. Это я как-то даже и не знаю. У них же тут вроде переворот был недавно. Ну, был. Но, как по мне, теперь тут нормальный мужик заправляет. Не знаю. Раз он один раз кого-то кинул, так и дальше кидать будет. А ты сравни с конкурирующим предложением. Бандиты вообще все отберут и замочат. И тебе еще повезет, если быстро замочат. А кот, если долю получил, обязательно доведет сделку до конца и проследит, чтобы нас покупатель не кинул. Так что мы сейчас делаем-то? Ждем, пока от кота человек придет груз проверить. А, это не вопрос. О, американец! Привет-привет! Как жизнь? Ну, мы проверяем. Ты, говорят, капитан. Ну, уже понятно, что недостача получается. Хотя не надо. Сам понимаешь. Ну и на кого думаем? Да есть тут один тип. Малой погоняло. Мы только... Так что, тебе не нравится новый курс Тома? Слушай, я знаю, ты специально подначиваешь, но мне вообще пофиг уже. Так что скажу на чистоту. Мне не то, что курс. Мне не сам Том, ни его бизнес не нравится. Но это, блин, не главное. Меня бесит, как он власть захватил. Как капитан обортанул с офицерами всеми. Ну и Клим еще с упырями его. Вот что главное. И еще, капитан прав был. Нельзя больше ракетами разбрасываться. Так что хорошо, что реакторы топлива выработали. Хм. Так что можешь смело бежать и Климу докладывать. Пусть он меня уже на подвал посадит. И покончим с этим. Вот, я все сказал. Пошел теперь нахрен. И вовсе незачем так орать, дурак. Вовсе я не собираюсь никому докладывать. Ах, блин. До сих пор не верится, что у нас теперь целых 2 американо. Ты не обижайся, но мы тут и правда после Тома никого из ваших не ждали. Ну, чё тут у вас? Как успехи? Да никак. У этого козла замок на двери капитальный. Ну ничего. Скоро достанем гада этого. Ну, снова привет, американец. Ты ж не обижаешься? Не обижаюсь. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку, так что вот. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули как на машине, доработай машинкой, газ-реверс и дело в шляпе. Мы даже компас поставили. Кстати, да, за компасом следи, там спирт внутри.
Ну и про инерцию не забывай. На полной скорости, даже если реверс врубить, не сразу остановишься. А, и еще. Уж, пожалуйста, постарайся ее не утопить. Да, она ему дорога как память. Ха-ха, это точно дорога. Ну, принимай командование. Удачи и 7 футов под килем. Счастливо. Черт. Ничего себе. Вот тупая скотина. Это сейчас мина была, так что посматривай. Сэм, это я, Том. Как слышишь меня? Слышу тебя отлично, Том. Хорошо, забыл сказать. Теперь все мои люди в курсе, что ты крут. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отребья. Так что если кто проявит враждебность, спокойно можешь бить на помол. Спасибо, Том. Буду иметь в виду. Пожалуйста. Удачи, Сэм. Конец связи. Пригодится.
пригодится. Одним мутантом меньше. It's locked. Пойдет в дело. Тут понимаешь. Полегчало уже.
I could use this. Эти дряни. Not bad.
Вот это мне точно пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok.